10 минут, мой личный. Форму 1П для фотографирования. Данная сотрудница отказывается предоставить форму 1П для фотографирования. Кто вы у нас, Родригес? И что, да, Родригес. Ничего. Сюда давайте форму. Я фотографирую ее и ухожу. Я фотографирую и ухожу. Это мое право. Хорошо, ваше право. Пишите, обращайтесь. Нет, я не буду писать. Я хочу сейчас, при получении. Зовите. Да что вы говорите? А на что вы ссылаетесь сейчас? Нет, молодой человек не проходит, пока я не уйду. Она мне выдачу. Если вы ведете видеосъемку, мы вам разрешение своего не даем. Серьезно? А мне ваше разрешение не нужно. Вы должностные лица. Обжалуйте мои действия. Обжалуйте мои действия. Отжалуйте мои действия. Софью Александровну сюда зовите. Я вас слушаю. Давайте. Не узнал, вы перекрасились. Форму 1П мне нужно сфотографировать. На основании чего вы нас ее требуете? На основании моего волеизъявления. Какого вашего волеизъявления? Вот, вы сейчас меня слышите? Я перед вами. Я перед вами, живой человек. Форму 1П мы предъявляем только сотрудникам следственных органов. И в суд по запросу. Исключительно. Это документ мой. И я его должна. И я должна его сфотографировать. Форму 1П. Если хотите, я вам номер приказа сейчас предоставлю. Давайте, давайте. Это ваш приказ, он действует на вас. У вас проблемы будут очередные. Извините, я... Фамилия даже смущается.